Вчера все обсуждали видео, которое просто без содрогания, без слез, без ужаса нельзя было смотреть. 18+, оно было маркировано везде, где его не удалили, потому что другие ресурсы даже удаляли его из-за того, насколько жестокими были эти кадры. А именно в интернет попало, я не знаю, кто это слил, видео расстрела украинского воина, которого взяли в плен русские фашисты. С одной стороны, пример невероятного мужества, героизма, потому что человек, который украинец, который, судя по всему, перед этим сам вырыл могилу себе, он стоит с гордо поднятой головой и произносит слова «Слава Украине!». И после этого раздается очередь автоматная, и его просто безжалостно убивают. То есть мы уже не говорим о том, что нарушая все там правила ведения войны, обращения с военнопленными, мы об этом вообще не говорим. Но насколько эти тварюки, о которых они в этом видео еще насмехаются, почему они это сделали? Их взбесило то, что этот человек с гордостью, он понимал, что он сейчас встретит смерть. Но вот ты знаешь, сколько было комментариев на эту тему, потому что это видео реально всколыхнуло всех. Стал этот человек сразу же народным героем Украины. То есть это все, он уже в истории, он один из тех самых главных, да. И вчера «Слава Украине», девиз украинский, украинский мотив, украинский гимн, я не знаю даже, как это назвать, вот «Слава Украине». Он вчера вышел на первое место в тренде мирового твиттера «Слава Украине». Весь мир знает эти слова «Слава Украине». Вот благодаря этому воину мы не знали вчера, кто это. Сегодня командование 30-й механизированной бригады имени князя Островского ВСУ написала, что это их боец. Они говорят о том, что по предварительным данным это Тимофей Шадура. Он пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута в Донецкой области. Мы сейчас как раз готовим о нем публикацию, о том, кто этот человек, из какой он семьи, как он жил. Потому что героев нужно знать в лицо. Ты знаешь, это ужасная история. Я уверен, что она не одна. Просто не все снимали на видео. Нет смысла говорить еще раз, хотя нет, есть смысл говорить еще раз, какой героический этот человек, Тимофей Шадура, какие прекрасные ребята у нас есть в нашей стране любимой. Ты знаешь, раньше такие вещи показывали в кино. Особенно в советское время, вот как, значит, бросают в лицо немцам там какие-то слова, ну, немецким фашистам. Но мы-то понимали, что, наверное, придумано большей частью все. Пропаганда советская придумывала. Этот человек, Тимофей Шадура, он шагнул с экрана в нашу жизнь. Он шагнул с экрана. И когда говорят героям слава, мы теперь видим перед глазами, это уже, знаешь, осознанные такие слова, осознанные очень. Мы видим перед глазами уже этих героев с начала войны, во главе с ним. Ну, таких героев много у нас. Героические защитники Азовстали во главе с Денисом Прокопенко, Калина, Денис Прокопенко. Потрясающие ребята. Ребята, которые шли на танки, на бронетранспортеры вражеские в одиночку, которые защищали каждый метр земли, политой кровью. Вот это уже не кино, это жизнь. А жизнь всегда намного честнее любого кино. Я уверен, что после победы об этих ребятах снимут фильмы.
Не надо будет уже, знаешь, вот у нас фильмы снимали после обретения независимости в 1991 году. У нас снимали фильмы о героях из древних веков, из там не таких уж древних, но не сегодняшнего времени. А сейчас, после победы, будут снимать фильмы о героях сегодняшнего времени. Об этих ребятах, об этих девочках. Понимаешь, это настолько впечатлительно, настолько впечатляет, настолько окрыляет, и настолько, ты знаешь, он мертвый, намного живее, чем эти русские подонки живые, понимаешь? А ты заметил, вот с каким спокойствием, с каким достоинством он, выкуривая сигарету, сказал эти слова? Он же понимал, что последует за этим, а все равно их сказал. Ты знаешь, что самое важное здесь? Вот он же мог сказать «Слава России», его бы не расстреляли, ты понимаешь? Это самое важное. Он мог сказать «Слава России», и его бы наверняка не расстреляли. Это человек огромного духа, это настоящий герой. Вот когда мы говорим «Героям слава», вот Тимофею Шадуре слава. Я вчера, ты знаешь, наблюдала, насколько это сплотило всех абсолютно, всех украинцев, насколько всех это тронуло. Было объявлено одновременно несколько сборов. Ну, во-первых, все искали имя вчера. И сегодня, вот, ну, это предварительные данные, то, что я озвучила, да, Тимофей, хотя Юрий Бутусов написал, что есть по другой версии, он разговаривал с другой бригадой, вот они считают, что это их боец, они его, ну, как бы опознали. Ну, сейчас я так понимаю, что работа идет, и естественно, что точное имя и то, кто это, будет точно установлено. Нужно немножко времени, но вот насколько, знаешь, даже вот чтобы узнать это имя, насколько и потом помочь родным, то есть объявить сбор, вот для чего, насколько включилось общество. Несколько сборов сразу объявили в разных местах, там, в том числе вот Масі Найєм, известный украинский правозащитник, юрист, который, кстати, тоже защищал Украину, воевал, героически воевал, патриот. Потерял глаз. Да, он написал сразу же вот тому, кто скажет имя, назовет этого украинского героя, даю $1000. К нему присоединилось сразу еще несколько человек от себя. Кстати, параллельно был объявлен сбор за имена тех русских фашистских нелюдей, которые расстреляли украинского героя. То есть их имена, я уверена, тоже будут установлены, и наказание обязательно они получат, потому что, ну, не может быть так, что такие жуткие преступления не догонят справедливое наказание. Ну, история Смотри, я показывает. абсолютно убежден в том, что имена расстрелявших нашего героя людей, ну, хотя людей какие-то, это вообще зверье отпетое, я уверен, вот абсолютно убежден, что эти имена и фамилии будут установлены вместе с их адресами, семьями, со всеми делами. Я не призываю трогать семьи, сразу говорю, нет, но их найдут и расстреляют. Не исключено, что их доставят в Украину. Вот таких надо доставлять. Для суда показательного, а потом расстреливать. Такие люди не имеют права на жизнь. То есть все понятно, война. Но никто не давал права издеваться над людьми, никто не давал права расстреливать безоружных пленных. Ну, ты знаешь, звериное лицо русского фашизма и нацизма. Но я повторю еще раз, это очень важная вещь, то, что я сейчас скажу. У нас очень сильная разведка, и не одна, у нас несколько разведок. И этих негодяев точно найдут, и точно они получат свое. Убежден в этом. В чате нам пишут очень много вопросов про Бахмут. Какая там ситуация, что известно? Ну, для русских пропаганда вообще беснуется, потому что они все время, каждый день они пишут о том, что, мол, мы уже все в Бахмут взяли, ну, хрен им, конечно, а не Бахмут.
Ну что там происходит? Героическая в кавычках русская армия, если можно назвать этот сброд армией, воюет за маленький городок Бахмут уже месяцев 7, наверное. Эти придурки хотели взять всю Украину за 3 дня, Киев за 3 дня. Они Бахмут не могут взять за 7 месяцев. Они Бахмут взять не могут, они импотенты. Значит, они сейчас находятся в восточной, насколько я понимаю, части города, русские. Вот, ходили разговоры, ходил такой разговор о том, что вот, может быть, нам отступить оттуда. Но, насколько мы знаем, на заседании Ставки президент прямо спросил главнокомандующего и командующего сухопутными войсками, соответственно, Залужного и Сырского, отходить или нет. И они сказали нет. В таких вещах всегда надо доверять военным. Потому что военные знают свое ремесло, тем более такие, как Залужный, как Сырский. Да, они уже имеют огромный опыт, которого, я думаю, в НАТО не имеют большинство генералов, такого, которого наши имеют. Нет. Нет. Они имеют опыт, они понимают, что они делают. Я доверяю безоговорочно нашим военным. Я совершенно не доверяю нашим политикам, но я безоговорочно доверяю нашим военным. Вот. И если они сказали, мы будем стоять, значит, они знают, что говорят. Там, видимо, важно это, хотя говорят стратегически не важно, но очень важно, видимо, держать вот эту свору русских там у Бахмута, чтобы она не растекалась на другие направления, насколько я понимаю. Тем более, что на других направлениях скоро для россиян будут большие сюрпризы. Поэтому, ну, ребята стоят в Бахмуте и будут стоять, насколько сказал главнокомандующий. Ну и мы ожидаем в скором времени контрнаступления, о котором говорил в том числе и Кирилл Буданов, и главнокомандующий Залужный. То есть те события, которые они анонсировали на весну, на лето, техника западная подходит. Вот сегодня в интервью министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал о том, что леопарды первые уже в Украине. Более того, он сказал, что и патриоты в Украине. Но потом Министерство обороны Польши вышло с уточнением. Они сказали, что все-таки патриоты еще нет. Это неточности перевода. Но, тем не менее, мы понимаем, что техника подходит. Спасибо западным партнерам. А наши ребята ею уже умеют правильно распорядиться. А техника подходит, и техника уже подошла, и та, о которой говорят, и та, о которой не говорят, это я специально говорю для наших русских слушателей, которые внимательно слушают и думают, чья ж возьмет. Ребята, у вас нет никаких шансов. У русских нет шансов. Я еще скажу про Бахмут, что интересно. Вот очень истерит Пригожин. Интересно слушать его, потому что когда он бахвалился, когда он ходил такой козырем среди зэков, набирал их, рассказывал, он очень крутой был. Сейчас у него истерики одна за другой. Чем они обусловлены? Он же сильно наезжал на военных русских. Он Путину обещал все взять. Все возьму, все сделаю. Эти мудаки Шойгу с Герасимовым вообще мышей не ловят. Они долбодятлы, они плохо работают, они коррупционеры, разворовали российскую армию, они ничего не могут взять. Не, он их там обидными словами такими называл. То есть сейчас там... я дойду до этого. Да, сам Пригожин еще куда ни шло, но вагнеровцы записывали видео, где называли командующего, начальника генерального штаба России, называли идором. Конкретно стоят чучундры, несколько их, две или три, говорят, ты слышишь, ты там. Конечно, я думаю, что руководству вооруженных сил России очень понравились эти записи, и очень понравился сам Пригожин. Он им и раньше очень нравился, но тут понравился вдвойне.
Поэтому они сделали все для того, чтобы показать, что он ничего не может сам. Поэтому сначала вагнеровцам, которых бросали на убой, тупо на убой, потому что регулярные части в это пекло не пошли бы, вот брали зэков и солдат удачи, наемников бросали просто на убой. Туда давали много оружия. А потом, когда обострилась борьба между вагнеровцами и Министерством обороны России, они перестали, Министерство обороны перестало давать оружие в надлежащем количестве. И у Пригожина начались дикие истерики. Вчера он вообще прямым текстом сказал, что если нам не поможет российская армия с флангами, не поддержит нас на флангах, фронт посыпется от Бахмута и будет сыпаться до границ России, и не исключено, что и дальше. Мне очень понравилась эта истерика. Молодец, Пригожин. Он, похоже, уже на нас работает немножко. Вот, но, кстати, это такой жук. Я не удивлюсь, если многие жуки там на нас уже тихонько работают. Я серьезно говорю, о чем думает человек такой вот паскудный, как они? Он думает сейчас только об одном – о спасении. О спасении они думают своей жизни и своих бабок. Это же богатейшие люди. Пригожин – миллиардер, например. Да, Шойгу – миллиардер, Герасимов – миллиардер. Это миллиардеры, настоящие долларовые миллиардеры, которые разворовали Россиюшку и теперь пытаются, в общем-то, спасти себя. Поэтому не исключено, что с ним кто-то будет и торговаться немножко, и он вильнет хвостом. Я этого не исключаю совершенно. Почему я не исключаю? Потому что я историю хорошо знаю. Я хорошо знаю историю, в частности, Второй мировой войны, Октябрьского переворота в Советском Союзе, в России, всех последующих лет. Слишком хорошо знаю историю, поэтому, зная о подвигах фельдмаршала Паулюса, который был пленен под Сталинградом и так далее, о работе Мюллера, и, да, ну, что там говорить, делаю выводы, что все же повторяется, поэтому мы можем увидеть много интересного.